Всем привет! Вы на канале Love Shopping. Меня зовут Вероника. И совсем недавно на моем канале было видео о магазине Светофор, о его подноготной, так скажем, об истории магазина, о том, почему там такие низкие цены и т.д. и т.п. В общем, под этим видео собралось очень много комментариев о том, что оно полезное и интересное для вас. И поэтому я решила снять видео подобного формата и о магазине Fix Price. Если вам интересна эта тема, то обязательно оставайтесь со мной. Также не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео с обзорами из магазина Fix Price и Светофор. Fix Price – это российская сеть магазинов, которая работает в формате фиксированных цен. Это значит универсальный магазин широкого ассортимента, в котором все продается по единой цене. И действительно, в самом начале появления этой сети на рынке в 2007 году и вплоть до 2016 года в магазине Fix Price все товары продавали по единой цене. Сначала это было 30 российских рублей, что равно примерно одному белорусскому. Затем цена поднималась до 36, затем и до 50 рублей. Теперь же в сети введено намного больше ценовых категорий, как вы и сами, я думаю, видели. Это 25, 50, 55. 77, 99 и 199 российских рублей. Или если переводить на белорусские рубли, то 2, 2,5, 3, 6 рублей. И с недавних пор появилось также 4 рубля и 7 рублей. Да, цены в магазине Fix Price растут, и это, конечно, не может не огорчать. Также некоторые товары у нас можно купить и за 50 копеек, 66 копеек и за 1 рубль. Всего сеть Fix Price включает в себя более 4000 магазинов в России, Грузии, Казахстане, Латвии и, конечно же, в Беларуси. Всего в Беларуси около 140 магазинов в 44 населенных пунктах. И первый магазин открылся в 2017 году в Минске. Есть также и несколько отличий в белорусской и российской сети магазинов Fix Price. Например, в России, если вы живете в Москве или в московском районе, то вы можете заказать доставку из магазина Fix Price прямо к себе домой. Также можно воспользоваться и услугой самовывоза из магазина, оформив заказ на сайте. В Беларуси тоже такая услуга появилась, правда, распространяется она далеко не на все товары. Я лично такой услугой еще не пользовалась, но если вы вдруг оформляли заказ на сайте Fix Price и забирали его из магазина, то есть оформляли самовывоз, то обязательно напишите об этом в комментариях, поделитесь своим опытом, думаю, будет интересно. И второе отличие в том, что в российской сети магазинов есть бонусные карты, которые позволяют делать покупки в магазине Fix Price еще более выгодными. К сожалению, в Беларуси бонусных карт пока нет, но я надеюсь, что и в Беларуси они тоже появятся, будем этого ждать. Какие же товары можно купить в магазине Fix Price? В сети представлен неплохой ассортимент бытовой химии, есть небольшой выбор декоративной и уходовой косметики, но, конечно же, основная масса – это непродовольственные товары для дома, так называемая мелочевка. Есть также канцелярия, товары для детей, продукты питания. Каких-то крупногабаритных товаров вы в магазине Fix Price не встретите. Просто даже потому, что максимальная цена это 6 и с недавних пор 7 рублей. И основная масса товаров в магазине Fix Price китайского производства. Также есть товары российского производства и иногда можно встретить товары белорусские. Девиз компании Fix Price – все, без чего не обходится каждый день по низким ценам. И действительно, многие товары Fix Price можно купить дешевле, чем в других магазинах. Но здесь мы, конечно, не берем в учет Светофор, потому что в этом плане Fix Price ему явно проигрывает. Почему же магазину Fix Price удается держать такой довольно низкий уровень цен? Во-первых, как я уже и сказала, основная масса товара там китайского производства и не всегда идеального качества. Часто нужно внимательно выбирать, потому что встречается брак. Справедливости ради хочу отметить, что если вдруг вам попался брак из магазина Fix Price, то обычно никаких проблем с возвратом не происходит. То есть в магазине вам вернут деньги или же поменяют товар на качественный. К тому же товар закупается сразу большими партиями, чтобы заполнить все магазины. А значит, поставщики предоставляют самые низкие цены и самые высокие скидки. Следующий пункт – это небольшое количество персонала. Обычно в магазине Fix Price работает не более двух касс, а иногда и вовсе всего одна. Следующий пункт можно отнести к иллюзорности низких цен, так как часто в магазине Fix Price можно встретить такие товары, которые продаются в таре маленького объема, которую вы просто не встретите в других магазинах. Да, цена кажется низкой, но если пересчитать на нормальный объем этого товара, то кажется, что цена не такая уж и низкая и соответствует примерно ценам в других магазинах.
Кстати, может быть, для кого-то будет интересна такая информация, что по результатам 2018 года FixPrice занял 3-е место в рейтинге лучших компаний для работы и карьеры. Это по версии сайта работа.ру. Еще один интересный факт в том, что ежемесячно сеть FixPrice увеличивается примерно на 30 магазинов. Конечно, эта цифра не по Беларуси, а по всем странам, где представлена сеть, но и у нас также постоянно открываются новые магазины. Не обошелся магазин FixPrice и без внимания со стороны Министерства антимонопольного регулирования. Так, например, в 2020 году в июле в Витебске была приостановлена деятельность 2 магазинов FixPrice. Там были выявлены такие нарушения, как несоблюдение ассортиментного перечня и продажа товаров с истекшим сроком годности. Причем такие нарушения выявлялись там и раньше, в ходе предыдущих проверок. На данный момент оба этих магазина функционируют, так что можно сделать выводы, что все-таки нарушения были устранены. Вот такая вот получилась краткая история магазина FixPrice. Надеюсь, эта информация была вам полезна и интересна. Если так, то, конечно же, ставим лайк, не забываем. И напоследок от себя хочу еще добавить, за что же я люблю магазин FixPrice. Так это за то, что там огромный выбор товаров для декора интерьера, для хранения, организации хранения в доме. Также за множество, знаете, таких не совсем нужных, но таких милых безделушек, за частое обновление ассортимента, за тематические коллекции, которые появляются к различным праздникам, например, к Новому году, к 23 февраля, к 14 февраля, к 8 марта и так далее. И вы обязательно напишите в комментариях под этим видео, за что вы любите магазин FixPrice. В общем, на сегодня это все. Все рассказала, что хотела. Если вам понравилось видео, да, ставим лайк, подписываемся. И на сегодня я прощаюсь с вами. Всем пока-пока!